В Люберецкой картинной галерее открылась 11-я персональная выставка художницы и композитора Валерии Бесединой «Театр зеркал». На экспозиции представлено более 50 зеркал картин. В работах отражаются исторические события, сюжеты знаменитых балетов, опер, мюзиклов и спектаклей. Эти и многие другие работы, представленные на выставке в Люберцах, манят в зазеркалье своей загадочностью и оригинальностью художественных находок. Все мои работы, они символичны, а вот в коллекции «Театр зеркал» вообще полно ребусов. Вот, например, зеркало «Гамлет». Здесь весь сюжет зашифрован. Естественно, борьба за корону вверху. Абрис замка Эльсинор, вы видите стены. Кристаллы Сваровски алые. Их 9. 9 жертв сюжета. Знак вопроса. Быть или не быть? Первое, что я увидела, просто впечатлило действительно. Глаз не оторвать. Какие удивительно талантливые у нас люди. Просто замечательно. Я так рада, что я смотрю вот эту выставку. Теперь всем скажу, чтобы пришли, обязательно посмотрели. Авторскую выставку Валерии Бесединой в картинной галерее «Люберец» можно посетить до 24 ноября.